И вроде как, когда уже выстрелили, все, я упал на колени. Губы мне там намазали. Потом здесь налили мне бутылка воды, лежала здесь. И когда я уже лежал, гример подошел и начал мне там класть сгустки крови. Наряд полиции, как я говорю, был оповещен об этом, он был в курсе, но вместе с ними приехал Беркут, это спецназ полиции. Они не знали о проведении операции. Спрашивает жену, жена сидит здесь, они спрашивают жену, а кто это? Она отвечает, это русский журналист, они отвечают, ну, блядь, началось опять. And when he told you that he wanted you to kill Babchenko, what did you say? Я, звичайно ж, погодився. Ти погодишся, ти не погодишся. Це вже не має значення. Якщо ти відмовляєшся і ти знаєш, кого мають вбити, ну ти сам кандидат на 200. Сначала было желание вообще схватить семью под мышку и свалить куда-нибудь в Австралию, в Антарктиду или куда-нибудь еще, где тебя точно не достанут. Но потом стало понятно, что валить-то надо работать. Ну, здесь вот есть люди, которые сюда пришли убивать людей, и есть возможность их вскрыть и им помешать. Ну, значит, надо это сделать, и что дурак отвалить. Did they realize what they did? Because nobody will trust Ukrainians and the Ukrainian government anymore in any sort of future cases.